Да, есть тут одна девушка, Скайла. Рыба удит лучше всех. Ей нужна помощь с поимкой адмирала. Постарайся ее найти, как будет шанс. Мне жаль тех, кто перебегает к эдемщикам. Они просто напуганы. Пошарю здесь потом. Вдруг патроны найду. Черт. Помощник, из долины Холланд пришло что-то новенькое. От Иоанна. Тебе стоит взглянуть. Все мы грешны. Каждый из нас. Вы, я.
Даже наш отец познал грехи. Это яд, что смущает разум. Но что, если можно освободиться? Что, если все, о чем вы мечтали, может стать явью? Что, если все преодолимо, если принять одну идею? Спастись от греха можно, сказав лишь одно слово. Да, я грешник. Да, я хочу облегчить душу. Да, меня нужно спасти. Если вы смотрите это, знаете, что вас избрали. Вас очистят. Вы покаетесь в грехах и получите искупление. Не бойтесь. Вам не нужно ничего делать. Мы придем сами. Вас ждут врата Эдема.
Поезжай по грунтовке, пока не доберешься до развилки дьявола, а там, куда Бог пошлет. Удачи, помощник. Свяжусь с тобой, когда узнаю что-нибудь новое. Отбой. Держать ухо востро. Пусть только сунутся, им крышка. Не думала, что эта пушка мне пригодится. Небось, редко ходишь на охоту. Самое время начать. Такими темпами скоро ты будешь искать еду сам. По глазам вижу, что ты охотник. Славно. Боюсь, скоро тебе придется добывать пищу самому. Чертовы святоши. Все закатывали глаза, когда они трепали... Эй! Прекрати!
Хочешь купить что-нибудь? Ты не из секты. Мне этого достаточно. Суть... Эдемщики пытаются прибрать к рукам всю дичь. Нет уж, я не позволю. Сектанты охотно заморили бы нас голодом. Нужно уметь прокормить себя. Надо держать ухо востро. Пусть только сунутся, им крышка. Черт, ты меня испугал. Ну же, нужна помощь! От меня не скрыться, все равно найду! Спасемся, если будем следовать пути веры. Подойди-ка. Говорят, в лесу возле мастерской Мейбл бродит пума.
Не удивлюсь, если эта безумная старушенция научила ее убивать адепчик. Еще впереди. Однажды отец спросил, умрешь ли ты за меня? Я не хотела умирать вовсе, но он пояснил, если ты не знаешь, что ответить, сделай прыжок вверх. Вложи всю свою веру в того, кто знает. Ты сомневаешься? Соберись. Я чувствую. Открой сердце. Надеюсь, вам хорошо меня слышно, потому что я не...
10 раз. Нельзя просто так взять и без спроса забрать моего мужа из дому. Это же незаконно. Мне плевать, что он... Увидите, убейте на месте. Сектанты захватили Фолс Энд. Если вы меня слышите, сектанты захватили.
как я. Эй, сюда! Помоги, пожалуйста! Эти уроды! Пусть напоминает об обещании данным перед лицом Бога!
верный! Один из лучших бойцов секты! Если мы не... Устрою грешникам сюрприз! Отрет Бог слезу с очей их. Не будет ни смерти, ни плача, ни вопля, ни болезни. Ибо у меня есть планы на вас, сказал Господь. Как помочь вам и не обидеть вас, дать вам надежду и будущее. Я не знаю планов Господа, но вижу благие дела. Слава опережает тебя. Ты лучшее, что случилось с этой долиной за долгое время. Мне бы помочь. Ты что, хочешь сломать шею? В теории все было нормально. Вот. Спасибо. О. Черт. Это ты. Прости, не поняла. Ты столько сделал, можешь немного побыть игрушечником, да? Я думал, сектанты забрали все это. Какая же я Фейргрейв, если не могу сделать заначку? Училась у лучших. Город. Он многое повидал, помощник. Спасибо тебе, но... Знаю, ты ищешь своих людей. Но дело в том, что помощь нужна не только тебе. Пастор и я можем не так много. Протяни нам руку помощи, и мы отплатим тем же. Выручишь нас? Мэри все тебе объяснит. Как будет время, приходи в церковь. Я буду там.
Десант – самое сердце долины. Если мы освободим его, здорово поможем сопротивлению. Я знаю Мэри и Джерома уже 300 лет. Они хорошие, честные ребята. Они не подведут тебя. Скоро Иоанн Сид останется в прошлом. Не представляешь, как я рад вернуться в Фолс-Энд. Твоя помощь неоценима. Рад, что ты здесь. Как? Подожди, я не закончил. Итак, как видишь, Иоанн Сид разрушает жизни многих людей. Если честно, я не успеваю за ним. Эти люди нуждаются во мне. Они моя ответственность. Но это значит, что следить за сопротивлением стало сложнее. Будет возможность? Проверь, как там свиноферма Вудсонов. Я уже пару дней ничего от них не слышал, это тревожит. Нам нельзя терять бойцов. Спасибо тебе. Черт! Алло! Это не край! Сектанты у меня под дверью, они пришли! Thank you.
Тут рядом живет ветеран войны. В последнее время у него беда со здоровьем. Надеюсь, все обошлось. Может, заглянешь к нему? Нельзя, чтобы они снова заняли Фолс-Энд. Такого со времен Вьетнама не слыхал. Я Вендел Редлер, но все зовут меня Ред. Обычно я не гружу своими проблемами всех подряд, но, Дач, так тебя Боже, ты меня испытываешь. У тебя сильная спина и быстрые ноги. Не терпится. Так. Я Вендел Редлер, но все зовут меня Ред. Обычно я не гружу своими проблемами всех подряд, но Дач так тебя хвалил. Во Вьетнаме я служил вместе с группой местных. Мы многое там повидали. У нас был договор. Если в округе случится нечто подобное, мы не останемся в стороне. Мы собрали немало пушек, патронов, снаряги. Назвали нашу коллекцию «Фондом свободы». Рассчитывали, что он поможет нам ее сохранить. Но с тех пор прошло много лет. До сегодняшнего дня дотянул только я. Мы заперли снарягу, и каждый хранил часть кода к замку. Выгравировали их на зажигалках. Будь я лет на 10 помоложе,
Я бы разобрался сам, но сейчас... Черт, я просто убьюсь зазря. Прошу, найди их зажигалки. Принеси их мне, и сможешь забрать... Манеры и осторожность неразрывно связаны. Дай подумаю. Прошу, найди их зажигалки. Принеси их мне, и сможешь забрать что-нибудь из нычки. Разрази меня гром, если я позволю сраной секте сравнять мою страну с землей. Умно.
понял. Твою мать! Не надо! Я ранен! Помоги! Ну, я дошел. Гляди, там эдемщики. Что за хрень? Идите, кто там? Туда перенесусь. Перезаряжай. Я иду. Не отступай, не сдавайся. Я уж думал, мне конец. Спасибо. Обошлось парой царапин. Чую, скоро я свалю из округа. Я устал чувствовать себя жертвой каждый божий день. Счастливой дороги тебе. Меняю позицию. Почему бы и нет? Верные. Элитный отряд охраны Иоанна.
стреляешь! Помощник, это пастор Джером. Осторожнее у свинофермы Вудсонов. Сектанты убьют пленников, если заметят тебя. Действуй незаметно. Так у них есть шанс выжить. Иду. Меняю позицию. Присматривайте за ними. Когда другие грешники увидят ваши останки, они сразу поймут, где их место. Подле отца. Привет, это я. Дети с тобой? Иду. Слушай, я только что говорил с Иваном насчет фермы. Рассказал, что мы все обсудили. По рукам. Нужно отказаться от его счастливого предложения. И он начал нести дичь. Чего? Вот дерьмо, я сваливаю! Иду туда. Ты не доживешь такого. Один готов! Спасибо! Я уж думал, каюк. Я буду сражаться дальше. Спасибо. Что? Вот чё? Я засек эдемщика. Прямо в голову! Пока не поздно. Еще один готов! Получилось. Твои успехи воодушевляют сопротивление. Люди находят в себе мужество, глядя на тебя. Ты напоминаешь Давида, победителя Голиафа. Здравствуй. Не отступай. Он тоже здесь. Неудивительно, что Иоанн за тобой охотится. После каждой встречи с Иоанном остаются Говорят, один чувак, одержимый теорией заговора, припрятал у себя на ранчо тонну взрывчатки. Yeah.
Говорят, один чувак, одержимый теорией заговора, припрятал у себя на ранчо тонну взрывчатки. Эти запасы очень бы пригодились сопротивлению. Найдем что-то полезное. Прихожанами врат Эдема разгорелся с новой силой. Сообщают, что была предпринята попытка ареста. Чего ты ждешь? Едем! И что это дело требует тщательного рассмотрения. Спасибо, что спас. Оплачу, чем смогу. Нам нужнее, чем мертвеца. Подойди на минуту, разговор есть. Помощник, сегодня я держал за руки пленников, которых ты вызволил. И мы молились Господу, чтобы он помогал нам и дальше. Несчастных мы спасем, тем выше наши шансы на победу. Я крови их, а ты кажется... возвращай паству домой. Можно тебя на пару слов? Я видел, как сектанты вывозят на грузовиках бочки с завода удобрений. Не знаю, что они задумали, но их надо остановить. Yeah.
Пожалуйста, хоть кому-то нужна истина. А, ты тоже ищешь справедливость? Да, я в курсе, кто ты. Ты помощник, и ты разворошил гнездо сектантов. От этой секты дурно пахнет, и ты знаешь, что я прав. Скажи, скажи это вместе со мной. Мы рабы правительства! Отлично. Контроль над разумом. Да-да, друг, это они и планировали. Ты это знаешь, я это знаю. А хочешь знать, как они это делают? Виновата еда. Но теперь уже нет. Мы с тобой отымеем правительство. Раком. Я Зип Кубка. Объясню все по пути. Погнали. Залезай, я поведу. Никакого конца света не будет. Это все дьявольские уловки правительства. Нас хотят запугать, чтобы мы не поняли, что на самом деле происходит. Мы для правительства подопытные кролики. Усыновление. Химическое загрязнение. Управление погодой. Пестициды. Покопался на складе. Нашел вот писатель Павел, который мозги размягчает. Ты понимаешь, о чем я? Люблю животных, чтобы их убивать. Да-да, помощник, я говорю об эвтаназии. Только так. Они все должны умереть. На скотном дворе раньше проводили аукционы, и люди приходили сюда пообщаться. Смотри, вон они. Оу, милые ангелочки. Это для общего блага. Впереди сектанты. Выбирай! Меняю позицию. Добрейшее существо! Спи спокойно! Черт!
найдем все наше. Раньше тут была автовыставка. Мы привозили сюда своих малышек. Болтали о том, о сём. Я заминирую тут все. Их подкрепление уничтожит огонь Всевышнего! Любой демон, который сюда сунется, взорвется! Этого хватит. Привет, это я. Послушай. Ночью заходил Зимб, брызгая слюной, рассказывал о сектантах. Типа они травят животных какой-то дрянью. Блажь вроде называется. Знаю. Мы что, дураки, упустить такую кучу денег? Если он опять придет, а меня не будет, наври ему. Скажи то, что он хочет услышать, и выпроводи. Не дай запудрить себе мозги. Почему бы и нет? Поохотиться бы тут одни. Они больше не будут мучить бедных, невинных животных. Довольно. Умно. И вот они. Стойте. Что? Нет. Нет! Они ведут... Что? Нет. Нет! Они ведут коров! Правильно. Да и... Шина! Кровью обливается. Правда, в конечном счете мы победили. Но как? Горе-то какое! Помощник, это Мэри Мэй, и я Фолл Сэнди. Хотела сказать, что ты крут. Почему?
Но учти, эдемщики тоже не будут сидеть сложа руки. Если мы наносим удар, они делают то же самое. Иоанн сделает все, чтобы остановить тебя. Отправит вертолеты, вооруженные конвои, блин, может даже верных. Это элитные солдаты секты. Они опасны. Смотри в оба. Нам нужнее, чем мертвецам. Может, мы сами во всем виноваты? Что найдем, все наше. Нам нужнее, чем мертвецам. Насилие отстой, но метки? Видео, чтобы ты трясся, пока за тобой не пришли? Больные ублюдки. Не бойся, если что. Я могу за себя постоять. Кто стреляет? Так точно, иду. Я на месте. Я за тобой. Thank you.
могу поверить. Черт! Теперь это личная месть. Они знают, как сделать мне больно, а я знаю, как их убить. Бедные животные сегодня заплатили жизнями за нашу свободу. Они герои и патриоты. Мы не забудем их жертву. История учит нас, что победа не обходится без трагедии. Это так. Ну, пора за дело. А что за дело, спросишь ты? Старая золотая шахта. Именно оттуда правительство получает финансирование. Да! Ты думал, она закрыта? Ведь так сказала правительство. Какой дебил верит правительству? Говорю тебе, все взаимосвязано. Там внизу в 10 раз больше, чем в Форт-Ноксе. Мы уничтожим эту империю глобалистов и вернем Америку людям. Эти демоны вечно говорят о коллапсе. Устроим им коллапс. Возьми эти термитные заряды, почти такими же взорвали башню 7. Прикрепи их везде, где нужно, там поймешь, а потом... Когти рви, все взорви! Бум! Что? Меня ждешь? Черт, я на пенсии. Мне хватило того дерьма, что только что произошло. Сколько можно тупить? Пора уже действовать. Выдвигаюсь. Я иду. Меняю позицию.
меня только что промчался грузовик, полный этих демонов. Скоро будут у тебя. Не дай им обезвредить бомбы. У них все с собой. Осторожно, здесь взрывчатка. Разделиться и деактивировать ее. Живо! Yeah!
жми булки и смотри, как вершится настоящее правосудие! Ты чертов герой Америки! Заговор мировой элиты раскрыт! Мы отвоевали наш разум! Мужественные американцы дали по зубам Иосифу и его демонам! Пусть знают, какие мы и на что способны! Мы первопроходцы, и мы остаемся здесь! Чудовищные поступки. Я знаю, что ты чувствуешь. Знаю не понаслышке. Но я могу помочь. Я очищу тебя от грехов. Освобожу твою душу. Будет непросто и придется помучиться, но это того стоит. Жди моих людей. Они приведут тебя ко мне. Чем сильнее ты сопротивляешься, тем болезненнее будет очищение. Охренеть! Ты прям нассал Иоанну в компот! Теперь он точно от тебя не отстанет. Смотри в оба. До связи. Запасать еду и воду – это правильно. Религия тут ни при чем. Не нам об этом судить. Грядет время очищения. Отнеси его к воде. Ведь
признанием, пред взором Божьим. И пройдем через его врата в сад Эдем. Подожди. Он не готов. Ты порочишь ритуалы, да? Нет, Иосиф. Полюби их, Иоанн. Не дай греху взять над тобой верх. Подведите его. Что бы ты ни совершил, тебя еще можно спасти. То, что ты оказался здесь, не случайность. Тебя ведет воля Бога. Это его дар. Но пока неизвестно, решишь ты принять этот дар или отринуть его. Он придет к искуплению. Или врата Эдема закроются для тебя. Да, Иосиф. Ты покаешься. Сознаешься во всех грехах, даже самых мелких, самых ничтожных. Не сомневайся. Искупление для избранных. Если покаемся, прямо сразу нас ведь не тронут, да? Нет, будет хуже. Потому что покаяние без боли невозможно. Ты провозгласишь свой грех, потом пронесешь его на теле, а потом Иоанн очистит тебя. Это так прекрасно. Ах вы твари! Не щади их. Только держись. Если ты погибнешь, все было зря.
еще труднее, еще много раз не испугать. Он избавляет и спасает, и совершает чудеса и знамени на небесах. Рано умирать. Я не всех сектантов убил. Да, ты красава. Им не добраться до бункера. Будьте тверды и мужественны, не бойтесь и не страшитесь их, ибо Господь, Бог твой, сам пойдет с тобою и не отступит от тебя. Сектанты бегут в страхе. Подойди, прошу. У эдемщиков есть пулеметы и РПГ. Нам они тоже очень нужны. Чем больше похищений мы предотвратим, тем лучше. Он избавляет и спасает. И совершает чудеса и знамения на небесах. Подойди. У меня есть мысль. Мы не могли с тобой связаться, и я понял, что ты в беде. Рад, что Господь направил меня к тебе. Тебя мы вытащили, но другим тоже нужна помощь. Сектанты перевозят пленных, и Мерл среди них. Времени нет. Бери, что нужно, и выдвигаемся. Я вызову еще людей. Уверен, нам понадобится их помощь. Не пались святошим, что убиваешь нас. Выступаю! Хорошо! Дети ни в чем не нуждаются, а другие ложатся спать голодными. Чему ожиревший политик сидит в богатом кабинете, указывает голодающему фермеру, что он может продавать? Спасибо, помощник. Прошу. Спасибо, спасибо, спасибо. Я не хочу становиться сектантом. Ты защитил паству от грешников, и с Божьей помощью мы даем им отпор. Самые разные люди встали на нашу сторону. Они жаждут бороться с несправедливостью. Лидера лучшего, чем ты, им не сыскать. Господи!
Даже у меня сердце колотится, как бешеное. Блин, помощник! Ты пробрался туда и спас наши шкуры. Кто знает, что они хотели с нами сделать? Нужна не только в Фолсенде. Когда мы наберемся сил, мы освободим пленников каждого из них. Обещаю. Они думают, что спасают нас. Спасают! Заперев в сраной дыре! Да ну нахер! Эти трусы накинулись на меня толпой. Сказали, что спасают меня. Доверься, мол, отцу! Да кто такой этот отец? Лучше бы пристрелили. Я был зол, но сейчас я в ярости нахрен! И сохранности. Зря он так волнуется. Вам наша защита не особо нужна. Даже не знаю, кто из вас круче, ты или Мерл.